Учитель это должен быть строитель души человека в первую очередь. Почему? Потому что родители приходят, отдают ребенка в наши руки на целых 45 минут. И за целых 45 минут через обучение мы должны воспитать прежде всего человека. Очень. И когда вот задаешься вопросами, что было бы, если было бы по-другому, если бы меня отдали бы родители в другую профессию, то все равно бы я по-любому была бы, наверное, педагогом. Был у меня случай, когда у меня был двоечник мальчик. Потом я ему стала задавать задачи, и у него это охота хорошо получалось, и я начала его, естественно, поощрять. Так, и он стал выходить на передовую, стал отличником. Обидно, когда родители не могут обеспечить вот, условия создать, чтобы ребенок дальше развивался, тем более, если ребенок когда способный. Вот это вот обидно. Ну, мы в таких случаях традиционно желаем, чтобы побольше приходили талантливых детишек, позитивно настроенных родителей и здоровья педагогам.